Банде Гуру Пада Дандам Бхакта Винда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитта Нанда Саходитам Си Нанда Нанда Нанг Банде Радика Чарно Дайам Гопижано Самаюктам Винда Ванам Манохарам Ванча калпатару ашаки пасинду бхавачу Патитананг павани бхавашна бибхо намо нама Мукан кароти вачаланг пангунланг хетгирим Ятки паттамханг банди парамананда мадвам Бриндавай тулсидеббай пьявай кесвасача Шна бхакти паде деви саттаваттвай намо нама Нараяна намаскритта нарун чайва нараттамам Девинг сарасватинг вясам тато жайо мудире Шанкиртане Кришна катхопадеш Гаурия патрашо пракасане ча Шадануракта гуру бхакти юкто Бхакти прамодакша жагод баруну Дхайям сада парибхавагнам авиштадухам Тетас падам сива виранчанутам сараньям Виттатихам панутапалу хавадипутам Банде махапурусате чарунаравиндам Ятпада паллавана качандамани чатая Висфуриджита кимапигабавадушва дарши Пурнанурагара сасагара сарамурти сарадхикамай када кипам кароши. Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддайта Гададхара Сивасадихи Гаура Бхактавинда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддайта Гададхара Сивасадихи Гаура Бхактавинда Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ajanulambita Bhujau Kanaka Bodhato Шанкиртанай капитару камала йотакшо Вишам бару дижа бару жугадхарма пало Банде жагат прия каро Каруна бхатаро Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам Харе Рам Рам Рам, Харе Харе. Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура Сурайр Вандито Дибба Рупам Бхуктин Ча Муктин Ча Тата Синитам Бхавану Рупе Нна Сада Наранам Ганга таранга рамания жата калапам Гаури нирантара вибуши табам бхагам Нараяно приямананга мада пхарам Баранаси пурапати бхажавишанатам Ваги саджушва бадане Лакшмир жасача бхакшаши Ясьясте идея самбид, твам нишинга махам хаджи. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Гурор оногрхен ива пуман пурпурна пашантай
Гурор ануграхена ива пуман пурно прасантай. Гурор ануграхена ива пуман пурно прасантай. Гаудия Гоштипати, Шри Сила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад, Джагат Гуру told, Гаудия Гоштипати, Шри Сила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад сказал, что малейшее отклонение от пути Гуру Пад Падме сбросит нас с пути Баджана. That even slightest deviation from the track of Guru Padma can throw you away from bhajan field. Когда Гоштипати Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Прабхупад сказал, что даже малейшее отклонение от пути Гуру Падмы, оно может сбросить нас с пути Баджана. Если кто-то говорит, что у него есть какая-то независимость, какие-то особые права, I have my personal right. I have some personal liberty. What you say? Baba speaking, then I have no relationship with that man. И вот если человек какой-то стремится к какой-то независимости, там, к тому, чтобы не следовать Гуру Вайшнавам, то Шрила Прабхупада говорит, что те, кто заявляют о себе, что они ученики и не следуют наставлениям Гуру, то такие ученики недостойны ученики своего гуру. И Шрила Прабхупад говорит, что не имеет никакой связи с такими людьми. Может, кто-то даже не внешне получил дикшу у Шрилы Прабхупады, но он говорит, что с такими людьми не имеет никакой связи. Я не могу давить ни на кого. Шрила Прабхупад говорит, because jivatma, they have some liberty. I cannot put pressure on anybody. If I like to put some pressure on somebody, Шрила Прабхупад говорит, что он не давит, не заставляет что-то делать, поскольку если будет заставлять кого-то делать, это станет кармакандой, и он не хочет заниматься этим. Если кто-то... Шрила Прабхупад приводит пример, если кто-то хочет умереть, то как такого человека отговорить от такой затеи? И вот тот, кто решил умереть, совершить самоубийство, то такого человека сложно спасти, сложно отговорить от этой затеи. After that, he can give такой человек должен предаться Гурудеву, и потом he can give whole responsibility to me. What is good and what is bad, I can think about him. И потом это уже только возможно. What is bad, I can think about. He can give full responsibility to me. In that case, I can save him. То есть, если человек свою судьбу отдает в руки духовного учителя, то тогда духовный учитель он может спасти его. И поэтому малейшее отклонение от пути Гуру Падмы может сбросить нас с пути Баджана. По милости Гуру Падмы возможно все. Don't ask what is possible. Не спрашивайте, everything is possible. Что возможно. Возможно все. Более правильно будет спросить, что невозможно. Но не все могут поверить. По милости Гуру Падмы. Шадгуру Падпадму, not Ашадгуру. By the mercy of Шадгуру Падпадму, под милости Шадгуру возможно абсолютно все. What not possible? Everything possible by mercy of Guru Padma. So Guru Anugatya is a vital thing. И вот Гуру Анугатина очень важна. Kim alabhya tai prasanne. If you are satisfied with me, yes, O Bhagavan, O Guru Padma, если ты доволен мною, то нет ничего невозможного. Возможно все. Какие-то ученики спрашивают Шрилу Прабхупаду.
Все служат Бхагавану, Гауранге Махапрабху в соответствии с вашим указанием. И как мы можем узнать? Все пришли к вам совершать служение. Но как мы можем узнать, кто совершает совершенное служение? Как мы можем узнать, кто совершает подлинное совершение, кто всем сердцем служит? Каково доказательство, каково свидетельство этому? Потому что многие заявляют, что служат Шриле Прабхупаде наилучшим образом, но где доказательства, как опознать искренних? И Шрила Прабхупада говорит, что те, кто развивает больше и больше любви и заботы, и влечения к Гуру Вайшнавам, будьте уверены, такие люди совершают баджан по-настоящему. И Шрила Прабхупада говорит, тот, кто в процессе своей Гуру Севы, в процессе воспевания святых имен, тот, кто развивает огромную любовь, неудержимое влечение к Гуру Вайшнавам, причем это не на показ происходит, а все существо, оно привлекается Гуру Вайшнавам, то Гуру Вайшнавами, то такие, то Бхагавану принимает служение от таких преданных, это естественно. Иначе мы можем видеть, что какие-то проблемы возникают. Какие-то знаменитые философы. Если кто-то строит много храмов, принимает множество учеников, но это не мерило, с помощью которого можно определить количество нашей любви к Гуру Падпадме, количество прити. Если мы находимся по-настоящему нейтральном уровне, то вы можете прийти ко мне, и я покажу, что происходит под именем чистой преданности, под именем проповеди, что происходит. Даже пятилетние дети, которые достаточно разумные, они могут прийти ко мне и иногда приходят с такими вопросами, что Махараджа говорит о том, что некоторые люди делают все на показ, а по сути не следуют и не могут, не имеют смелости следовать учению Шрилы Прабхупады. Хотя внешне пытаются всячески это показать. Если вы придете ко мне с беспристрастностью, то если вы будете иметь это качество беспристрастности, то как вы сами увидите, или я могу показать, что происходит, что люди, которые заявляют, что не следуют Шриле Прабхупаде, по факту видно, что они совершенно не следуют. Siddhanta Harikatha, how you can realize
Не каждый могут понять Таттва Сиддханту Харикатху. Если у вас нет основного знания принципов Гаудия Матха, то не каждый может понять Сиддханту. You can accept, provided you have some basic background, minimum background, and niskapat bha. Then you can realize what Maharaj speaking 100% perfect. 100% perfect. In the name of Guru Varga, I can speak some Ravi Siddhant. I know. Compilation, you know. Hodgepodge, you know hodgepodge, khichudi. Hodgepodge, you know khichudi. They are taking something from Bhaktivinoda. They are speaking something Prabhupada. After that speaking personal Siddhanta. Ah, I am in line. I myself also following Guru Varga. Махарадж говорит, что некоторые люди берут отрывки учения Шрилы Прабхупады, Шрилы Бхактивинода Такура, а большей частью говорят какую-то себятину, которая никак не соотносится с их учением. При этом выставляют себя как каких-то великих проповедников. Вот я начал с того, что я сказал, что малейшее отклонение от пути Гурупадпадмы, оно может сбросить нас с пути баджана. Что говорить о малейшем отклонении? Часто можно наблюдать огромное отклонение от пути Гурупадпадмы. I make one straight line. After that, I make another straight line just adjacent to this line. Apparently, which can prove there is no deviation. Follow what I say. Например, если провести две параллельные линии, то они не пересекутся, если они будут не параллельны, хотя бы на малейший градус. Будут не параллельны, то в дальнейшем они пересекутся, и хотя внешне сначала они выглядят практически параллельны, а если они все-таки не параллельны, то они пересекутся и потом разойдутся на огромное расстояние. Such a small disparity, such a small deviation, that within this straight line what I draw, within this line you cannot say, oh, I almost say, what you say deviation? But as per calculus, you know mathematics calculus? You don't know. Higher mathematics calculus. If I extend this line further, and if I extend this line, what is apparently same? Well, apparently same line, but not slightest deviation, 0.001. But if I extend further this line, and if I extend further this line, then ultimately you can find slight deviation. And ultimately deviation is gapping. То есть, если провести дальше такие линии, которые не параллельны, то они пересекутся, и потом, после этого пересечения, будут расходиться все сильнее и сильнее. И если я говорю кому-то, что иногда вот можно видеть, что вроде параллельные линии параллельны, но не совсем, то если их продолжить дальше, то вот можно увидеть, что они разойдутся на огромное расстояние. В соответствии с математикой. Up to infinity, I am going to extend. Oh, for infinity. Then
I can catch this diameter of this world. Diameter of the world. То есть, если провести эти линии, параллели линии дальше, то между ними можно уместить всю Землю или даже больше. В процессе их расхождения это расхождение будет все сильнее и сильнее проявляться. Шрила Прабхупада говорил все правильно, но мы не всегда можем понять это. Я могу с полной уверенностью заявить, что под именем Гауранги Махапрабху, под именем Нитьянанды в нашем Гауди Матхе есть великие сокровища. Если я хочу прославить их, то как я их могу прославить? Их слава бесконечна. Это не моя гордость, и я хочу открыть ваши слепые глаза. И кто-то может гневаться на меня из-за этого. Я могу показать вам, если я буду жить дальше, я покажу, как, насколько велика наша Гурварга. Гауди Мат. Он трансцендентен. Шрила Прабхупада говорил, что они посланники Бхагавана. Чтобы служить Гауди Матху. Они посланы самим Бхагаваном. Бхагаван выбрал, как you can play. You can. You cannot play. You can sit. Selection, you know, the coach of a football team, coach of a cricket team, a select player. You will have to play. Like it all selected by Bhagavan. You have no right to speak anything against them. If you speak, you can go to hell. Go to hell. Go to hell. You have no right. You can point out, Mara, how many disciples they are making. They are not making any temple, only one or two. I already told. This is not the scale. Я уже говорил. This is not the scale on the basis of which you can measure them. Количество построенных храмов или принятых учеников — это не мерило подлинности Гуру Вайшнавов, и поэтому не нужно ошибаться. Я говорил, что множество Гурварги наших великих преданных есть в Гауди Матхе. Внешне они могут не строить какие-то большие храмы, как Шрила Сиддхартха Госвами Махарадж, он при своей жизни основал несколько маленьких храмов, и он много раз говорил, какой-то севак просил его, чтобы позволили построить, открыть какой-то храм в Калькутте, там и здесь. Но Шридхар Махарадж говорил, что есть у нас храм в Куладвипе, нужно поддерживать его, совершать баджан. Шрила Сиддхартха Махарадж открыл мат в Куладвипе, там, где прощаются все оскорбления. И мой Гуру Махарадж тоже никому никогда не советовал открывать храм, а советовал совершать баджан. Но это не значит, что они падшие души. И что они не хотят открывать храмы. Не хотят принимать учеников. Это не значит, что они бесполезны. Мой Гуру Падма Сусила Бхакти Гура Вайканас Госвами Махарадж. Если я буду говорить о его славе, он великий вайшнав.
я не могу объяснить, рассказать о всей его славе. Он великий пандит, его могущество, его сила. Он родился в одной деревне в Брахмапуре. Брахмапур — это город по дороге в Южную Индию. Все поезда они проезжают мимо. И там, в этом около Брахмапурам, это большая область достаточно. И там вот поблизости он явился. В деревне под названием Барагара. В этот день. He took birth, and from very childhood, he was very, very intelligent, super intelligent. And the family race in which he took birth. С самого детства он был очень разумен. Он родился в семье знаменитых пандитов. Его семья была занята в служении местному царю. В качестве священников. With Guru, with king of that place, Rajguru. I mean. И вот они были Раджгуру, они служили в качестве священников, имели уважение в обществе. И вот он родился в этой семье. After that, when he took birth, и после. His name was given Ujjaleshwara Ratha. Рождение он получил имя Уджалешвара-ратха. Уджалешвара его звали, а Ратха был титул. Фамилия. Main subject Sanskrit and English also is writing. After some day, и потом он пошел учиться в школу, изучал санскрит и английский. As per Sanskrit, the place of pronunciation is so perfect scientific. Don't understand. In Sanskrit language, any word you speak, the pronunciation is so perfect. But English, that pronunciation is not scientific. Впоследствии ему надоело то, что в английском пишется одно, а говорится совсем, а произносится совсем по-другому, и вот он. Beauty boot, not what? Beauty butt. Beauty boot,
But beauty boot, it should be. But why beauty boot? Ну, в общем, ему надоело то, что он не смог потерпеть, что в английском пишется одно, говорится совершенно другое, произносится все не так, как написано. А в общем, отдал он предпочтение санскриту. Follow. Like the place I used to say, that post office used to write Bagh Bazaar. They write pronounce B-A-G, Bagh, B-A-G, Bagh, B-A-Z-A-R. After that, now at present they are going to change the pronunciation, it's not good. B-A-G, Bagh, if I speak B-A-G, Bagh, I'm wrong or right? If I say B-A-G, ну, в Индии bag, давно не разбериха с этим английским, с тем, как правильно транскрибировать местные слова всегда, либо лишние буквы, либо их не хватает, либо похоже на что-то, либо не похоже, плюс несколько стандартов написания. В общем, английским надоел, поскольку он совершенно не научный. И начал изучать санскрит, стал знаменитым пандитом. И вот он однажды вместе со своим отцом он пошел в царский дворец. И вот царь задавал ему вопросы, а тот прекрасно отвечал на эти вопросы. И разумный царь понял, что он очень разумен, что необычный ребенок имеет какие-то глубокие знания. И после этого, когда он вырос, ему было лет 10-12. In an assembly members. Assembly members и царь собрал своих придворных, чтобы singer, you know, those king. On those days, like you don't know Indian history. Vikramaditya, you know, you heard the name of Vikramaditya? Never. Famous king in India. Pious king. И вот как был один знаменитый царь Викрамадитья. Он тоже собирал какие-то собрания, что на них даже Сарасвати и Лакшми приходили. Это было не сейчас, а около 3000 лет назад. Like our Akbar Vasa, you heard the name of Akbar Vasa? You never heard? Akbar Vasa, he was the king of Delhi. In his assembly, there was big singer, big scientist, царь Дели Акбар Ваца, он тоже собирал собрания, приглашал знаменитых певцов, поэтов, жрецов и прочих, задавал какие-то вопросы и отвечали на его вопросы. И вот этот царь Барагара, он тоже организовал такие собрания, дебаты с этим маленьким мальчиком. Например, царь говорил какую-то тему, и все должны, все пришедшие на это собрание должны были отвечать на его вопросы. Но было удивительно, что этот мальчик, он всех побеждал.
как на философские темы, математические, научные. Then the king was very happy to give an honor, big honor to that boy. King wanted to confer one title to this small boy. Follow? Like you know, we are Nobel laureate, different scientists, philosophers, Nobel laureates, Nobel Prize, similar. King going to confer one big title to him with one nice enough garland. И вот царь был очень доволен его ответами и даровал ему титул. Его имя стало Патхаджоши. Патхаджоши. Y-O-S-H-I. Патхаджоши. Патхаджоши means? Это значит... Патхаджоши. The title, Uriya language, you cannot understand. If you hear carefully, still you cannot understand. We Uriya language. So you concentrate on the word words. You cannot understand what you mean by Patajosi. Is Uriya language. Patajosi means exceptionally intelligent, topmost pandit in my kingdom. Topmost Patajosi. Буквально значит, что лучший из пандитов. Finally, и в итоге, after the demise of his father, I mean when после того, как его отец умер, he take the position of, он занял его положение. So now the boy, now he is going to take the post of Raj Pandit. He is giving honor, Raj Pandit. Whenever king going to oversee, do jagya, anything, he is going to, you can. So Raj Pandit, whenever any special advice, you know, then the king advised, this is, king advising, this is a situation developed. Now, what is my duty to do? Like Krishna, you can remember? Like Krishna, he is Supreme Lord. И вот царь спрашивал у него, что делать в таких или иных ситуациях, как Кришна. Он верховный господь, но у своего министра, который Удав был его министром, и Удав спрашивал, и вот он спрашивал Удава, что делать в той или иной ситуации. Now you please advise what to do. And Krishna going to ask some advice. Follow. Krishna going to ask some advice from whom? Uddhava Maharaj. Similarly, on different issue, king usually asking question to. И вот также царь, он спрашивал, что делать ему в тех или иных ситуациях. И вскоре он стал великим пандитом, знаменитым во всем этом Брахмапуре и за его пределами. И в итоге, в соответствии с их парампарой, хотя он спутник Шрилы Прабхупады, вечный спутник Шрилы Прабхупады, но все же, когда он родился в этом мире, он родился в какой-то другой части, как Харидас Такур, он родился в мусульманской семье, но и это тут же Леша. Он в брахманской семье, и я уже говорил, что Брахмапурам это место, где все брахманы, они им выражают почтение Брахмапурам и в этой области, там в основном живут брахманы.
и контролируется эта область брахманами, как Рамануджачари, например. Рамануджачари можно найти. Большинство их общества того времени было доминирующее число брахманов. Там было не все, но большинство. Рамануджачари выражал почтение Шатакопе, которое происходило из низкой семьи. И обычно Рамануджа Сампрадая, она контролируется, и там брахманы доминируют, но это не всегда научно. Можно видеть на примере Рамануджи, который выражал почтение Шатакопе, который происходил из низкой касты. И вскоре приходят дни явления ухода Рамануджачари, я буду говорить о нем. И вот на основе Шрилы Прабхупады Бхактивинода я научно покажу вам. И вот эта вся область, я был там много раз, и я видел, в любом храме, который открывают, они не вайшнавов приглашают, чтобы они основали храмы, провели виграхапратишту, приглашают каких-то браманов с других сампрада. Я вот сам видел. Я даже вместе с Бхарати Махараджем однажды. И вот однажды мы в Пури, нас пригласили на какой-то праздник в честь открытия нового храма в Брахмапур, и мы поехали. Но мы увидели, что вайшнавы не занимаются установкой храма, их просто пригласили, чтобы принять просад и принять какое-то пожертвование. И все, тратят сотни тысяч рупий на приглашение. Каких-то браманов, непонятно откуда. Но мы знаем, в соответствии с шастрами, такие яги в наше время не одобряются, а санкиртан яги одобряются. Но там они как яги устраивают, так и санкиртана. И вот, в общем, организовали такую большую ягью. Но Рамануджачарья говорит, что если чистый преданный, он не прикоснется к этим божествам, то эти, нельзя сказать, что это статуя стала виграхой. Если Рамануджачарья говорит, что пока чистый преданный не прикоснется к виграхе, к божествам, они не будут божествами, либо какими-то неавторитетными. Наш Вайканас Госвами Махарадж Уджалешва, он тоже писал так же. В начале всего, когда мы посещаем какой-то храм, нужно выяснить, кто, когда, кто и как он был основан, совершается ли там достойное служение. Если все правильно, то тогда можно кланяться. А если нет, то толку нет от поклонения. И вот он говорил, что не будет кланяться никаким идолам, статуям. Это запрещено, но мы должны кланяться авторитетным виграхам, авторитетным божествам, которые установлены чистыми гуру вайшнавами. И вот я с Бхарати Махараджем там был несколько раз. Царя Арисы тоже пригласили на это мероприятие. Я помню, как это было, вспоминаю.
А, у Махараджа фотографии даже остались с тех пор. И вот обычно в этом Брахмапуре это общество, оно при... В общем, им управляют брахманские семьи, и большинство из них, они шакты. Не вайшнавская традиция, а шактичная. И не только это, но также они заняты, занимаются тантрой, мантрой и прочей черной магией. Нельзя говорить, что это черная магия, поскольку она использует это в неправильном направлении, чтобы навредить кому-то. То... The rascal in infinity period, in infinity period they cannot get respite. In infinity period, in infinity period they cannot get respite. They're putting on fruits. Черные маги занимаются всякими такими вещами неподребными. It can be controlled by whatever you're speaking. You can. Idiot number. This is their bhajan. They're being exclusive bhajan. They don't know after death where they can go. И можно видеть также, что люди, которые вроде бы занимаются преданностью, то все равно используют какую-то черную магию в своей деятельности. Но имеется в виду такое, сложно сказать, что это что-то достойное. Просто обычная борьба за власть там и все остальное происходит под именем преданности. Injection fast. Double they are going to cut. They put injection. Or previous days there is some smell. Chloroform. They can feel unconscious. Then they can cut. So this way they can, you know, cut your body into pieces. They can cut your body into pieces. Operation to get benefit. Dollar, money, position, woman. Махарадж говорит о том, что можно иногда видеть, что некоторые люди под именем преданности забираются просто сбором денег и ничем иным. Хотя внешне может быть похоже на что-то достойное. И вот в том Брахмапуре большинство этих брахманов, они заняты всякой тантрой и прочими тантрическими, шактическими практиками. Because that time he was not expressing his eternal future. That time he was not expressing his eternal future. He took decision to go to crematorium ground, you know. Crematorium ground, you know, as a place where, you know, go to big place where all dead body coming, they are burning. Night time, that Ujjaleswara and another his friend. И вот этот Уджалешвара, он решил заняться тантрической практикой, но для того, чтобы обрести эти тантрические совершенства, а не для того, чтобы вредить людям. И вот они пошли в крематорий, в полнолуние, а точнее, это когда луны нет в Амавасию. И вот сели на мертвецов, начали заниматься своей практикой, повторять мантры. You don't know, you have no information about that, Tantra Sadhana. They are doing bhajan, they are dead body lying.
Whenever mantra going, the dead body is this way, hand hopping. Then the friend, I mean, one of his friend went, he ran. I cannot do. But Ujjala Swara, whenever the dead body is going to raise hand, whenever going to raise hand, he's doing mantra. He's doing a finally, hey! Then the dead body speaking, I mean, tantra, that jiva, that go, you know. What do you want? I want success. Tremendous proficiency, tremendous pandita, all knowledge. Okay. You don't disturb me, I give you. You get tantra siddhi. Ну, в общем, в процессе этой практики этот Уджалешвар достиг совершенства и помогал местному царю различными способами. Я могу привести пример, насколько могущественным браманом он был в Экадаши, каждой Экадаши. Он сидел и повторял Гаятри. И вот он совершал Экадаши совершенным образом, самому высокому стандарту. За день до Экадаши ел один раз, и то... Потом в день после Экадаши ел тоже один раз, а и ночью еще не спал, но и постился в день Экадаши. Он сидел на чистой асане и повторял Гаятри. И как повторял? Мне рассказали его ученики, которые видели. И вот он садился в Падмасану. И две руки. Так, он четыре этих лампады ставил. Две на ноги и две на руки. А пятую эту лампаду ставил на голову, себе на голову, и сидел таким образом. Всю ночь. И повторял мантра. Такие аскезы совершил. И вот он повторил Брахма Гаятри, я не могу его вслух повторить. И вот, поскольку это запрещено повторять вслух Брахма Гаятри, и вот в каждой Экадаши он таким образом выражал почтение всем Экадаши такими аскезами. Однажды он отправился в какой-то город, чтобы продать эти урожаи. To a rich man who is going to buy. How many sack? I have actually 80 sack. What is the valuation? Give the money. Okay. Follow. When the crops arrive, they're going to harvest, they're going to cut, they're
И вот он поехал продавать урожай в какой-то город, продал, забрал деньги, вернулся домой, и было поздно уже. Там его деревня была около джунглей, всякие животные ходили там, всякие привидения, ведьмы. И он подумал на ночь остаться, где-то переночевать, а с утра продолжить путь. И был там какой-то этот магазинчик. И вот он спросил совета у этого хозяина магазина, где ему ночью переночевать тут, поскольку еще далеко ехать, а уже темно. Там был какой-то заброшенный дом, напротив буквально, и этот посоветовал ему там прибраться и переночевать в этом заброшенном доме. И вот он пошел туда ночевать, открыл глаза и увидел, там кто-то рычать начал. А там это был этот призрак Брахмана, Брахмадайте, как-то так. И тот пообещал его убить, спросил, за что, что тебе сделал. Не хочу тебя слушать. Ты тут пришел в мое место без спроса, за это убью. И вот этот призрак пообещал убить, но Махарадж посоветовал не убивать его. И вот этот Уджалешва посоветовал ему не убивать, поскольку он брахман. А этот Брут сказал, что это тоже брахман, призрак, привидение брахмана. А тот сказал, лучше посоветуй, что тебе сделать хорошего для тебя. Тот пообещал, сказал, что может спасти его из этого состояния. И вот этот Уджалешвара сказал, что каждый экадыши я совершаю аскезу, следуя по высшему стандарту, лучшим образом, если я отдам тебе плоды от соблюдения одного экадыши, то ты обретешь спасение. И тот согласился, делать нечего было. Если ты думаешь, что ты достаточно могущественный, чтобы спасти меня, то попробуй. И вот этот призрак, демон Брахмана, он сказал, что если кто-то даст мне результат совершенного соблюдения экадыши, то тогда я буду спасен. И вот Уджалешвар согласился, и after that, Maharaj going to take water, Ganga water,
И вот Махарадж взял Гангу, каплю Ганги в руку, произнес мантру, что он передает результат соблюдения одного кадыши этому привидению, и тут окропил его водой Ганги и услышал какой-то звук. И после этого это привидение, он пропало. И с утра, когда он собирался уходить, и вот он открыл ворота, все эти селяне прибежали удивляться, что он тут делает, как мы тут выжили, в чем проблема. Мы удивляемся, тут все, кто тут заходил, живыми не выходили, а ты один, который выжил, и, несомненно, очень могущественный, и вот он в итоге отправился дальше и достиг своего дома, и после этого и вот он думал, что я Раджгуру. Я получил тантрическую дикшу, может, от своего отца, но не был доволен. Он хотел заниматься какой-то духовностью и думал, что же делать, куда идти, где обрести такого гуру, кто может помочь мне достичь Голоки, лотосный стоп Кришны. И вот он думал, был заинтересован в этом, и однажды по великой удаче он увидел фотографию Шрилы Прабхупады Бхактисиддханты Сарасвати. Где-то он случайно увидел, он был удивлен. Спросил, кто он, ему сказали, что это Шрила Прабхупада Бхактисиддханта Сарасвати Джагадгуру. Спросил, где он еще живой или и где он, сказали, что в Майпуре, в Бенгале. И тот, когда увидел его изображение, он понял, что это его гуру. И со мной это во Вриндаване случилось. Я однажды в каком-то магазине увидел фотографию Шрилы Бхакти Прамода Пуриды Госвами Махараджа. Я понял, что это мой Гурудев. И я не знал, жив он до сих пор или нет. И вот какой-то... И вот там около Рада Дамодар Мандира какой-то магазинчик был организованный. Парамадвайте Махараджа, там Бабджи Махарадж увидел фотографию Шрилы Бхакти Прамода Дев Госвами Махараджа, и после этого он принял решение отправиться в Бенгал, чтобы найти его. И вот, несмотря на то, что он занимал высокое положение в обществе, был главным священником царя, но он также имел смирение, не имел ложного эго, и вот он приехал в Майяпур, чтобы получить даршан Шрилы Прабхупады, и это было... И вот он приехал, так случилось, что во время Гуру Пурнимы практически ну, тут же негде было, он остановился под деревом джекфрута. Вот он постелил свою постилку, уснул, и в то время...
да, сейчас, наверное, раздавали рис такой слишком крупный. Ну, он не мог его есть, и поэтому ел какие-то фрукты. Ну, в общем, несмотря на то, что есть в Мадхьяме было нечем, так у риса грубо слишком не переваривал. И вот однажды по воле Верховного Господа с Майпура все преданные, они пересекали реку Сарасвати, чтобы получить даршан Сананда Сукада Кунджи Харихар Кшетра. И Шрила Прабхупад был на той же лодке случайно. И Уджалесвара, он тоже был там. И южные индийские эти люди, арийские браманы, они жуют эти листья бетели. Постоянно жуют. Уриса браман, even панда, Уриса панда, you know, all almost everywhere. They're chewing beetle, you know, leaf. And by chance, in front of Prabhupada. И случайно перед Шрилой Прабхупадой он жевал свои листья бетеля и плюнул в эту священную Сарасвати. И Шрила Прабхупада посмотрел на него и сказал, что преданные чистые брахманы вайшнавы, они выражают почтение, уважают эту священную Сарасвати, это Брахманади. И мы никогда не прием, мы поклоняемся ей, а ты плюешь в эту священную реку перед всеми преданными. И тот не смог ничего ответить. Могущество, характер Шрилы Прабхупады, он был настолько могущественным, что просто услышав эти слова от Шрилы Прабхупады, он понял, что совершил оскорбление, плюнул в эту священную реку, и он решил, что больше никогда в своей жизни не будет есть жевать эти листья бетеля. Вот он, в общем, взял, выкинул остатки этого обителя, которого всегда с собой носил, и дал обет, что я прошу прощения, совершил. Мне создано оскорбление сегодняшнего дня, я никогда не буду есть ни одного листья обителя. И Шрила Прабхупада был очень доволен им. И услышав славу всех этих святых мест, как Гундрундвипа, как Сананда Сукада Кунджа, Сурабхи Кунджа, поскольку преданные не совершали парикраму, Шрила Прабхупада говорил харикатху, и услышав эту трансцендентную харикатху, он принял решение принять прибежище у лотосных стоп Шрилы Прабхупады. Это было в 1933 году. Он достаточно поздно пришел, но что делать? Шрила Дрогасвами Махарадж, что же поздно пришел. Но тем не менее он вечный спутник Шрилы Прабхупады, мой Гуру Махарадж, гораздо раньше пришел. Потом Мадхава Госвами Махарадж, он позже пришел, но все же все они вечные спутники. Кто-то раньше может прийти, кто-то позже, это не столь важно. Но Гуру Махарадж никогда не считал себя старше, чем Шрила Шридхар Махарадж. У него не было никакого ложного эго. И после этого он хотел получить харинам и дикшу от Шрилы Прабхупады.
Шрила Прабхупад был очень доволен, он понял, что он его вечный спутник. И Шрила Прабхупад, он был готов дать ему харинам и дикшу сразу. Хотя обычно Шрила Прабхупад говорил, давал харинам, но не сразу, а ждал какое-то время. Смотрел на этого человека, потом давал харинам, потом опять смотрел на его поведение, на то, кто совершает баджан. Потом через несколько лет давал дикшу, потом через несколько лет, лет 5-10, чем человек мог получить шафрановую одежду, потом лет через 5-10 опять саньясу. Но вот Шрила Вайканат Госвами Махарадж, он получил одновременно харинам и дикшу и получил огромное вдохновение. И в течение года он дал саньясу. И все были удивлены, насколько быстро он получил саньясу. Они поняли, какая-то мистерия, что-то необычное в нем. Не могло так случиться, несомненно, что-то необычное. И постепенно они поняли, что вскоре по милости Шрилы Прабхупады Уджалесва он начал проповедовать очень эффективно. Он проповедовал в Орисе, в Южной Индии, в этом Брампуре. Он был великим пандитом. И вот он начал проповедовать. И там, я уже говорил, там доминировали браманы, и многие были против, что ты там происходишь из высокой браманской семьи, зачем ты принял прибежище у Гауди Матха, там не знают, как себя вести, дают дикшу кому попало, всем подряд. И вот начали возмущаться. И Уджалесва, он ему выпала возможность, брахманское общество вынуждено было дать ему возможность отстоять свою точку зрения. И вот они возмущались, то, что Гауди Матх всем дикшу дает. И в итоге начали спорить, собрали собрание, пригласили тысячи браманов, и Уджалесва, я забыл сказать, предыдущее имя его было Уджалесва, а после, когда Шрила Прабхупад дал ему харинаму дикшу, имя его стало Уджала Расананда. И вот Уджала Расананда, его стало имя после саньясы Бхакти Гаурав Вайканат Госвами Махарадж. И вот Махарадж говорил на этом собрании, говорил о Дайва Варнашраме. Он говорил, что материальный мир занят Варна и Ашрама, но те, кто очень разумны,
они могут понять это Дайва Варнашрама. Дайва Варнашрама — это материальное Варнашрама. Материальная Варнашрама, она связана с материальным телом и умом. Уджалеша начал объяснять то, что когда кто-то, чье-то сознание просыпается, увеличивается, достигает наивысшего уровня, то это происходит с помощью, это в большинстве случаев происходит с Дайва Варнашрама. И вот когда это сознание оно раскрылось, то тогда уже нельзя говорить, что кто-то там был мусульманином или еще кем-то, поскольку это Дайва Варнашрама связано с душой, а не с телом. И наш Бхакти Гурав Вайканас Госвами Махарадж был успешен в том, чтобы доказать научность и авторитетность этой Дайва Варнашрамы. По милости Шрилы Прабхупады он был успешен, и все браманы они приняли его слова. Хотя сначала хотели спорить с ним, но потом, после того, как он объяснил им все должным образом, они приняли его точку зрения, приняли его положение и поняли славу Гаудия-матха, и поняли славу Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Госвами Такура и Шрилы Бхактисиддханты Такура. А сейчас я говорю о себе как ученике Шрилы Прабхупады. А сейчас можно наблюдать, что некоторые люди заявляют о себе, что они ученики Шрилы Прабхупады, но они выражают почтение учению Шрилы Прабхупады и всему Гаудия-матху. И после этого какие-то брахманские семьи, они с царем проконсультировались. Но в то время были разные, различные множества княжеств. В каждом свои местные цари были. И какие-то завидовали Вайканаса Махараджу, хотели его как-то опровергнуть Сиддханту. И вот начали консультироваться с какими-то тантриками, которые занимаются черной магией. We can invite Srila Vaikhanas Maharaj in an assembly. И вот они хотели пригласить Вайканас Махараджа на какую-то программу, задавать ему неудобные вопросы. They're making one plotting there. Whenever he is going to sit in Pasasana, before that, we can make some tantra. Ну, и нужно было на него как-то влиять, чтобы он, сидя на Вьясасане, не смог ничего сказать. Follow what I say. They're arranging one tantra, they're speaking, well, let him come. We can arrange one black magic such a way, and in asan we can put whenever he is going to sit in asan to speak Harikatha. He cannot speak, he will stop. We can switch off his mouth. And Vaikyananda has no idea. He is coming here in Sabha, paying honor to everybody with humble mood, going to sit. И вот в этом Махарадж пришел на это собрание, начал произносить джай-адхвани.
И вот он совершил джайадхвани. И после этого начал совершать вандану. Говорил в течение 2 часов. И никто не мог его остановить. И все эти тантрические браманы, они приняли прибежище, попросили прощения, что пытались как-то колдовать на вас, и без толку. Все, и поняли, что вы такой против кого, без толку пытаться что-то делать. И мы поняли, какое могущество имеете вы и ваш Гурудев. Какую силу имеет Гаудия Матх? Какие-то люди смотрят на каких-то бестолковых людей в Гаудия Матхе и делают суждения о всем остальном. Но это глупо. So you have the scope to pass Rimagabad Gauri, not there. Gauri Mad is transcendental. Gaudiya Math, он трансцендентен. Это не какой-то обычный храм. Пытайтесь понять это. Все браманы говорят, сейчас мы поняли славу Gaudiya Matha и поняли славу вашего Гурудева и поняли вашу силу. Простите нас. И вот Шрила Вайканас Госвами Махарадж, он был очень могущественным вайшнавом. Он говорил Харикатху на санскрите. Но если он говорил на санскрите, те бенгальцы и арисцы, они могли понимать его. И санскрит был очень прост. Что даже люди, не понимающие санскрита, они понимали то, что он хотел сказать. И он дружил с Шрила Бхактидайта Мадхава Госвами Махараджи и прочими вайшнавами. Если какие-то преданные они проезжали мимо его деревни, то если они не говорили ему об этом, they are not going to inform by Vaikyanath Goswami Maharaj that our train is this date and we are going to reach Brahmapuram that time and onward we can go. If somebody is going to hide, not going to sleep, then Maharaj will go. И вот Махарадж обижался, если кто-то не предупреждал его, поскольку он всем, кто мимо проезжает, он кормил просадом, приносил в поезд. Когда они проезжали мимо этой его станции, он сам готовил что-то и приносил им. Обычно на станции Брахмапура поезда минут 10-15 стоят, поэтому он за это время приносил просад, готовил, приносил просад, и я обижался, если кто-то не говорил ему, и у него не было возможности послужить вайшнавам. Шрила Бхарати Махарадж тоже рассказывал, что когда бы мы не проезжали мимо его станции, он всегда приходил с просадом и кормил нас. Еще с собой давал, чтобы если проголодаемся, могли поесть в дальнейшем. И что они не могли сделать для Гуру Вайшнава. Такие преданные, они готовы отдать все, пожертвовать всем, служить
наилучшим образом Вайшнавам. Иногда можно видеть какие-то так называемые проповедники только критикуют своих братьев Боги. Посмотрите. Посмотрите на их разницу в их поведении, в их мыслях. И вот Махарадж в итоге решил все-таки построить какой-то небольшой храм. Кишор Кишориджу. Он был достаточно беден, поэтому храм такой маленький. Я вместе с Бхарати Махараджем мы были несколько раз в той деревне, и там Бхарати Махарадж, он объяснял, что я тоже придерживаюсь этой сиддханты, когда я вижу. И когда бы я не смотрел на божества, и когда бы я не смотрел на божества в какой-то храме, то если разумен, я пойму настроение баджана моего Гурупадпадми или того, кто основал эти божества, какого настроения, каково их настроение. Вот он установил Кишориджу, и по этим божествам можно понять настроение Махараджа. Как мой Гуру Махарадж. Он хотел установить Радха Гопинатха Гурагадхара своего прежнего ашрама. Он там поклонялся Гопинатху. И вот Гуру Махарадж, он всегда поклонялся Гопинатху, и можно видеть его настроение в этом, и как Рагхунатха Дас Госвами, можно видеть, что он как Гопинатха. По божествам можно определить баджан, настроение баджана того или иного саду, как Вайканас Госвами Махарадж установил Кишориджу и Гурангу. Это значит, что он совершал баджан, Рагхунатха баджан, и до самого своего пожилого возраста он готовил сам. Не позволял никому готовить. Иногда Бхарати Махарадж сказал уже очень пожилы, почему вы не позволите кому-то готовить, зачем сами готовите, столько трудностей. И тот ответил, думаешь ли ты, что я не целомудрен? Что я не могу готовить ради своего Господа. Понимаете, о чем он говорит? Он сказал, думаете ли, я не подобен целомудренной женщине, которая готовит ради своего мужа Кришны. Почему я должен кому-то позволять готовить для Кришны? И тогда он понял, Бхарати Махарадж, он понял, что у него есть Гопи Бхава. И Бхарати Махарадж понял, что задел очень такое тонкое чувство в его сердце. И я много раз был там, говорил Харикатху в том месте, на хинди. И там, я знаю, один этот там, водоем, и
Махарадж, он плакал и говорил своим ученикам, что я хочу отправиться во Вриндаван на Радхакунду. Я не могу здесь больше оставаться. И он уже был в пожилом возрасте. Он всегда вел такую отречённую. Он с самого начала жизни, он был нишкинчаном, вел такой скромный образ жизни. И вот он, и севак сказал ему, что пойдемте, я покажу Радхакунду. Он взял его за руку. И вот они пошли. И Махарадж, он уже был полностью во Вриндаване, в своих мыслях в Раджалиле, и севак взял его за руку и сказал, что пойдет и покажет ему Радхакунду, и вот они постепенно пошли. За чуть дальше этой деревни там был водоем, похожий на Радхакунду, отдаленный ток. Сказал, что это севак, сказал, что это Радхакунда. И Махарадж захотел прикоснуться к ее воде. Такой же случай был с Шрила Прабхупадой. Шрила Прабхупад призвал Радхакунду в Шри Чайтанья Махапрабху. Думаете ли вы, что она отлично от подлинной Радхакунды? Он призвал Гирираджа и Радхакунду, и Шримакунду в Чайтанья Махапрабху. Я могу с полной уверенностью заявить, что они не отличны от Радхакунды, Шримакунды и Гирираджа. И таким образом Махарадж совершал свой баджан. Он совершал баджан. И он никогда не хотел принимать учеников. А впоследствии он решил совершать баджан в одном месте. До этого он устанавливал различных божеств во многих храмах. Его приглашали. Обычно приглашали Шрила Бхакти, вот его Гуру Вайкана с Госвами Махараджа, Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махараджа, Шрила Бхакти Дайта Мадхава Госвами Махараджа на установление божеств. И его особенность была в том, что когда он садился совершать ягью, он все мантры он наизусть знал. Часами их цитировал, произносил, все остальные смотрели в книге, но наизусть все это помнил. У него была великолепная память, и у него были близкие отношения с Шрила Бхакти Дайта Мадхава Госвами Махараджем, Шрила Бхакти Прамод Пури Дева Госвами Махараджем. Он выражал почтение даже таким младшим преданным. Вайканас Госвами Махарадж был очень болен однажды. И Мадхава Госвами Махарадж он отправил Наротама Брахмачари, чтобы он служил ему. И после этого Мадхава Госвами Махарадж отправил другого преданного, чтобы заменить Бхарати Махараджа, поскольку у него было служение в другом месте. И Бхарати Махарадж сказал, что он позволил позволение уехать. И Вайканас Махарадж ответил, что как ты можешь уехать, не получив даршан Кишори Джиу. И вот Бхарати Махарадж поехал получить даршан этих Кишори Джиу, и я тем временем, и вот когда он приехал в то место, то увидел большую процессию, которая
встречает его. И вот таким образом он выражал почтение всем, вне зависимости от того, кто старше или младше. Я хочу много рассказать о нем. Еще расскажу несколько вещей и вынужден буду закончить. И вот впоследствии мой Гуру Махарадж также и Вайканас Гасай Махарадж, они не хотели давать никому посвящение, и до последнего момента они отказывались давать какую-то дикшу. И потом Шрила Вайканас Гасай Махарадж, он решил в общем, сам не хотел давать дикшу, и эту обязанность дал Джанардан Махараджу и Бхакти Вайбхав Пури Госвами Махараджу. Ну, а Джанардан Махарадж тоже потом не хотел давать дикши, и эту обязанность отдал Шили Бхакти Вайбхав Пури Госвами Махараджу. И он был очень сознателен. Если кто-то предлагал воду, тот сначала спрашивал, проверял, насколько сознателен ли этот человек, какой-то брамачари. Он не мог принимать даже воду, с чьих попало рук. Сначала задавал наводящие вопросы, чтобы выяснить, насколько раскрыто его сознание. Если человек был бестолковый, то воду выливал, не пил. Однажды этот какой-то брамачари принес горшок воды, поставил на стол куда-то. Вайканас Махарадж спросил пару вопросов у этого брамачари. И понял, что брамачари какой-то падшая душа пришел в Гаудимат просто наслаждаться жизнью и позвал Наротам Брамачари Бхарати Махараджа, чтобы принес воды для него. Бхарати Махарадж сказал, что вот тут воды вам принесли уже. Вот сказал, вот это он. Брамачари принес, сознание которого еще спит. Но сейчас многие возмущаются. Поскольку я следую этим правилам и предписаниям, и многие гневаются, не понимаю их смысла. Сначала нужно выяснить, прежде чем принимать какую-то еду от кого-то, даже вот как воду в случае с Вайканас Махараджем. Сначала он выясняет, насколько сознателен, насколько проснувшееся сознание у того человека, который что-то приготовит, что-то предлагает или приносит даже. А в этом обществе сколько таких людей, которые следуют этим принципам. Вот во всем мире очень редко. Еще один могу. Это очень редко. Еще могу рассказать несколько случаев. Раньше я уже говорил, что этот Вайканас Махарадж раньше в предыдущем ашраме занимался тантрическими практиками. Но мы тоже повторяем аник, но наш аник — это вайдхи аник. Но их аник, их тантрический аник. Они тантрические саданы занимаются. И вот Махарадж был он хотел поклоняться перед тем, как стать вайшнавом. Ну, имеется в виду перед тем, как присоединиться к Шриле Прабхупаде, но и в таком. И он хотел поклоняться Богу Солнца и поклонялся так, что если он не мог видеть лица Бога Солнца в течение 3 дней, он не пил воды.
И однажды он отправился во Вриндаван из Дели, достиг Вриндавана. И он не видел солнца, лица солнца, и постился, и Экадаши кончился. Нужно было совершить паран. Если не совершить паран, то плодов от Экадаши не получит. И вот он очень беспокоился насчет этого. И вот он сел на электричку. И вот однажды какой-то пожилой человек пришел с корзиной на голове, просил, чтобы помогли ему, взяли корзину, помогли ему поставить в электричку, но в Индии электрички стоят там минуту или меньше на станции. И вот этот Махарадж помог ему взять эту корзину, ну, помог этому человеку затащить корзину в поезд, в электричку. И вот эта электричка начала разгоняться. Смотришь, человек не успел залезть. Корзину в электричку поставили, ну, дал В общем, помог этому. Но делать нечего было, человека нет, корзина его осталась. Он открыл эту корзину и посмотрел, увидел там прекрасные спелые фрукты. И тогда он понял, что это его Иштадев, его Бог Солнца пришел к нему в образе этого пожилого человека. И принес ему такие фрукты. И он с тех пор решил больше не беспокоить своими обетами Бога Солнца. И вот этот случай показывает, насколько могуществен наш Вайканас Госвами Махарадж. Много его братьев Боги, как мой Гуру Махарадж, Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж, хотя мой Гуру Махарадж, он принял саньясу от Шрилы Прабхупады во сне, поскольку еще при жизни Шрила Прабхупад хотел дать ему саньясу Пранаванади Брамачари, но не успел, и Шрила Прабхупад ушел. И в соответствии с своим обещанием, Шрила Прабхупад явился во сне и дал саньяс мантру Шрили Пури Госвами Махараджу. Гуру Махарадж проснулся и записал эту мантру, чтобы не забыть. И впоследствии он еще раз получил ее от Бхакти Гуру Вайканас Госвами Махараджа. Это была та же самая мантра. Но люди могут критиковать его, что Шрила Пури Махарадж говорит ложь, и поэтому он опять принял саньясу от Шрила Бхакти Гуру Вайканас Госвами Махараджа. Мой Гуру Махарадж, он уже, хотя до этого он принял саньясу от Шрила Прабхупады, но это было во сне. И чтобы люди не имели возможности его критиковать, он опять заново получил саньясу от Бхакти Гурав Вайканас Госвами Махараджа. Мадав Госвами Махарадж, он тоже принял саньясу от Вайканас Госвами Махараджа. Множество его братьев, боги, они приняли саньясу от Бхакти Гурав Вайканас Госвами Махараджа. Они не говорили, что вы там пришли в 33-м году, а мы в 22-м еще. Сейчас можно видеть, что люди спорят, кто старше, кто младше. Но раньше такого не было, не было такого дешевого сиданта. Если вы видите, что Гурудев и его севак, они вечные. Кто там, ну, имеется в виду подлинные, вечные
спутники, они вечные, поэтому нет смысла определять, кто из них старше, из-за того, что кто-то явился чуть раньше, кто-то чуть позже. Как вот эти все вышеперечисленные вайшнавы, они, несомненно, вечные спутники Шрилы Прабхупады Бхактисиддханты Сарасвати. И вот сейчас я удивляюсь, я думаю, как утвердить Сидданту внутри вас всех. Я так много усилий прилагаю, чтобы помочь вам, но все же сомневаюсь, поскольку вы заняты какими-то богатствами, стремлением к богатству, к каким-то внешним атрибутам. Но я хочу помочь вам, но не каждый может принять мое учение. Кто-то верит всяким обманщикам. И в соответствии с указанием Гурупад Падме Гурваги, я совершаю свои обязанности, и плоды этого зависят от Нитянанды, поскольку Нитянанда, он ответственен за всю проповедь, и моя просьба ко всем преданным во всем мире, это моя просьба от всего сердца, пожалуйста, они должны понять, они должны слушать о славе преданных, великих преданных Гауди Матха. Даже Бхагаван может снизойти. Даже Бхагаван и Нитянанда могут снизойти и предложить бриллиантам и предложить гирлянду бриллиантам Гауди Матха, который есть наша Гурварга. И это моя просьба от всего сердца, по крайней мере, послушайте о славе Гауди Матха и о славе его великих преданных, которые подобны бриллиантам. И в конце я хочу сказать то, что я хочу просить. Я прошу милости и прошу прощения за возможные оскорбления, которые совершил в адрес Бхакти Гурав Вайканас Госвами Махараджи. Я хочу обрести милость, обрести его милость. Я не хочу ничего, кроме его милости. И, пожалуйста, даруйте мне милость.